кто мог подумать, друзья, что народная вьетнамская песня «Тэн Бонг» могла привести нас в одно из самых красивых мест планеты – бухту Халонг. Второй день акустического путешествия «Большого чемодана» по Вьетнаму начинается. Задача небольшой команды «Большого чемодана», оказавшись на один день в чужой стране, найти все ее звуки. Ну или почти все. Находим, записываем и помещаем на акустическую карту мира. Свои аудиопоиски мы ведем, прибегая к помощи подсказок соотечественников и всей интернет-планеты. И еще. Нам во что бы то ни стало, нужно различить местную известную песню и попробовать заработать на ужин. Мы же странники. Важная деталь. Собирая свой чемодан в планетарную медиатеку, мы ни в коем случае не претендуем на энциклопедичность. Для этого написаны тысячи путеводителей. Наша цель — лишний раз убедиться в том, что весь мир — большой чемодан. Величественное и таинственное, вдохновляющее и поражающее. Это я перечисляю эпитеты, которыми чаще всего описывают это место на всевозможных интернет-ресурсах. Ничего нового не добавлю. Все слова восхищения отдаю вам и нашим операторам. Бухта Халонг, дамы и господа. Так и запомним. Я не знаю. Мне всюду мерещатся звуки ревущих мопедов. До сих пор звенят в ушах. И так и норовят подменить впечатление по-царски молчаливых и незаконченных, ну, как будто незаконченных скульптур. Суета, до свидания. Да, вчера все было по-другому. Минут нашего передвижения по бухте погода удивительным образом менялась, что придавало еще больше загадочности этому месту. Хотя Халонг и так полон мифов и преданий, в которые честный вьетнамский народ верит с присущим ему фанатизмом. Название приводится как «Место, где дракон спустился в море». Легенда гласит, что острова залива были созданы огромным драконом, живущим в горах. Решившись покинуть свое убежище и полетев к побережью, хвостом он задевал долины, рушил скалы, пока не погрузился в море, которое поднялось и затопило город Халонг, оставив на вершине лишь причудливые скальные образования холмы. Их здесь, что вы знали, 1969 штук. Мечта попасть в рыбацкий дом на воде сбылась. Смотрите, все как у людей обычных. Цветы в горшках, кутенок, белье сушится, пресная вода в канистрах, ну и Вьетнам. Куда без них? И ничего, что через два дня по радио обещали тайфун. Ничего не боится рыбачка Хым. А что вот для вас страшно вообще? Вот вы здесь живете, или вы ничего не боитесь? Ничего не может произойти такого, чтобы вы перебрались жить на берег? А почему нельзя жить на берегу и заниматься рыболовством? Nhà nước chưa giải quyết công an Việt Nam.
Все ее мужчины, три сына и глава семьи на рыбалке. Буквально через минуту уже привыкаешь ко всему и удивляться перестаешь. Тропический дождь, друзья. Его шум можно услышать во всем Вьетнаме с июля по сентябрь. Воспользуйтесь моментом и переждем в гамаке. В рыбацком домике на воде. Ливень тропический на карту, и пора обратно на берег. Где тут у вас штурвал? Роскошный и малоразговорчивый бухты Халонг прямиком на поле. Рисовое поле. Рис он во Вьетнаме, как известно, всему голова. Его посевы занимают огромные площади по всей стране, на равнинах и даже в горной местности. Каждый вьетнамец, только представьте, в год в среднем съедает не менее 200 килограммов этого продукта. Наша задача превратить этот участок земли для посадки риса в такую большую кашу. Чем сейчас займемся? Надоело ездить медленно, можно заснуть. Переключаемся на вторую передачу. Мне кажется, наш сосед двигается намного быстрее. На юге страны трижды в год собирают урожай риса. На севере дважды. С января по май и с июня по декабрь. Мы как раз попали на самое начало летне-осенней страды. Еще чуть-чуть, и это поле с жижей будет готово к посадке риса. Злака, который растет в воде и не боится наводнения. То, как выглядит Вьетнам на карте, часто сравнивают с изогнутым коромыслом с двумя корзинами риса. Одна на севере, в дельте реки Красной, где мы сейчас находимся, а вторая на юге, в дельте реки Меконг. Заносим на это самое коромысло звук трактора Майкай. Пусть там трахтит. Если не накопил на мотоблок или Майкай, в помощь более древний способ. Серый суровый буйвол, который сейчас прохлаждается. И, завидев незнакомцев, моментально принимает боевую позу. А я иду принимать позу буквы «Г», чтобы, так сказать, окончательно почувствовать себя рисовым королем. Цинчао! В Вьетнаме говорят, одно рисовое зернышко равно 10 каплям пота. И это абсолютно точно. Битва за урожай идет круглый год, практически беспрерывно. Вы посмотрите, друзья, вот она рассада. Посмотрим, как делают вьетнамские девушки, будем повторять за ними. У хозяев все идет по плану. Пророщенные семена высаживаем небольшими пучками на поле, покрытое водой. Обязательно условие хорошего урожая. На определенном расстоянии друг от друга сажаем. Если поле засыхает, его вновь заполняют любым способом. Например, таким.
Уровень воды тоже под постоянным контролем. 13-15 сантиметров, не меньше. Рис может расти и в сухих местах, но такой урожай в 20 раз больше. Вода помогает избежать проблем с колебаниями температуры и позволяет тысячелетиями сажать в одном и том же месте. Утиный детсад тоже не случайен рядом с рисопосадкой. Вьетнамцы запускают пернатых в поле, и те естественным способом удобряют эту жижу. А если дождь сейчас пойдет, что делать будем? Дальше работать или домой? Для вьетнамцев дождь — это такая ерунда. Тайфуны, наводнения, засуха. Такая жизнь, борьба сплотила народ. Они стойкие и выносливые, и, я уже говорил, непобедимые. Так что рис здесь действительно пот, душа и судьба славного народа. Я понял свою ошибку, сейчас буду исправлять. Невозможно. Блин, ребят. Упал, ребят. О, тебе раз. Продолжаем. Это только на общих планах, друзья, кажется, что рисовые поля — это экзотическая красота. На самом деле нет. Грязная, тяжелая, изнурительная работа. Забери вещи, пожалуйста, пойду. Помочь где-нибудь. Звуки, собранные на рисовом поле, высаживаем на акустическую карту мира под общим названием «Посадка риса». Помыться, вот. Далее в большом чемодане мы решились на дерзкий эксперимент. Впервые с помощью местной известной песни мы попробуем заработать не только на национальное блюдо, а еще и на самое удивительное действо Ханоя – театр на воде. Вьетнамская пища для ума и желудка акустических путешественников. Все впереди. Оставайтесь с нами. Партнер проекта – авиакомпания «Вьетнам Airlines». Прямые регулярные рейсы из Москвы во Вьетнам, а также выгодные транзитные тарифы в Австралию, страны Юго-Восточной Азии и Индокитая. Ранее в «Большом чемодане» мы побывали в наикрасивейшем месте планеты – бухте Халон, где познакомились с жителями рыбацкой деревни и узнали, почему самое страшное для них не шторм и проливные дожди, а жизнь на берегу. Потарахтели, попотели и по самое колено погрузились в процесс посадки риса, чтобы узнать, сколько килограммов этого продукта в год нужно потреблять, чтобы стать таким же радостным и здоровым, как все жители великой страны улыбок. Выстиранные, высушенные, обласканные просторами рисовых полей и тишиной бухты Халонг, мы вернулись, друзья, в Ханой. Тарахтящий, я бы сказал, Ханой. Кстати, Ха – это река, Ной – это внутри, то есть город внутри реки. И вообще, что касается вьетнамского языка, это отдельная песня. В нем все слова очень короткие. Вот как «Тэн бун, то кай трон ком». И вы только представьте, целых 6 тонов. То есть, казалось бы, одно и то же слово имеет множество значений. Вот, например, «э». Попробуй разберись. Лан.
Ханой – уникальный по своей сути город, который ухитряется вмещать в себе одновременно традиции Запада и Востока. Здесь живут и Франция, и Китай. Но при всем при этом 6-миллионная столица Вьетнама сохранила свое неповторимое лицо. Главная достопримечательность Ханоя – ее относительная непопулярность среди туристов. Здесь невозможно затеряться в толпе любопытствующих путешественников, за которыми города и иногда даже целые страны обычно бывают не разглядеть. Окунуться в атмосферу с тысячелетней выдержкой можно за какие-то пару часов. Шаг влево – джунгли и банановые рощи. Шаг вправо – современные тучерезы и модные ресторанчики. Ханой он разный, каждый раз неожиданный. Шумит только все время одинаково. Мопедов повсюду, их очень много. Потому и поликлиники для двухколесных друзей вьетнамского народа здесь практически на каждом шагу. Лечат забрахливших тоже не беззвучно. Как видите, разделение на мужскую и женскую работу во Вьетнаме не наблюдается. Равноправие. Но это, конечно, не говорит о том, что вьетнамские девушки лишены женственности. Они так же, как и все девчонки мира, мечтают о самом главном дне в своей жизни. Когда смогут примерить свадебный наряд и проехаться с ветерком. Ну, пусть даже на мопеде. Потрясающе. Каска, фата, друзья. Ну что, невеста на мопеде. Вьетнамская невеста. Здесь в Ханое очень легко себя почувствовать пионером. Смотрите, на каждой улице установлены вот такие вот репродукторы, как в детском оздоровительном лагере. Через него дважды в день местные власти передают новости района. Слышите? Ну, никто не обращает внимания. Даже голову не поднимает. А зря, ребят. Потом не говорите, что не слышали. Воду горячую на этой неделе отключают. Come in. Международный туроператор Европорт сделал все, чтобы наше путешествие в Вьетнаме получилось акустическим. Европорт отправляет, большой чемодан рекомендует. Партнер проекта – международный туроператор Европорт. Спрашивайте туры в агентствах вашего города, а также в разделе «Где купить» на сайте www.europort.ru. Храм Нефритовой горы – знаковое место в Ханое. Поставил себе задачу заработать на билет в знаменитый театр на воде. Не цирк на воде, а театр. Билет стоит 20 тысяч донгов. Для начала распоемся. Con mắt nó mới liềm diêm, rồi con mắt nó mới liềm diêm. Một bầy tan tình con mấy dân ta, à mấy mấy dân ta, dân ta ông mãi đi tìm em nhớ thương ai. Chẳng tơ, chẳng tơ áo mây đi tìm em nhớ thương ai. Duyên nợ khánh tàng
dân tộc. Nói là tiếng nói tôi nói là vui vẻ lắm. Mấy em nước ngoài vào vui vẻ lắm. Không biết nói luôn hả? Không. What does he say? Он говорит, что... Ты говоришь по-русски? По-русски. Так, давай тогда знакомиться ближе. Откуда ты знаешь русский язык? Садись, пожалуйста. А, вот. Ну, я студент. Студент? Да, я в России учусь. Учишься сейчас в России? Да. Два года. А в каком городе? В Иркутске. В Иркутске? А на кого учишься? По самолету. А, самолетостроение. Да. Не строение. У меня, моя специальность – это авиационные двигатели. Авиационные двигатели. То есть, а сколько лет ты уже в России живешь? Ну, 2 года. Ты приехал сюда на выходные? Ты из Ханоя? Нет, из деревни. А, из деревни, которая рядом здесь? Нет, не рядом, здесь далеко. Далеко? А, ты просто приехал сюда? Да. Но я как учусь в России, а потом сейчас летом, да? Да. Каникулы у тебя здесь, да. Понятно. У нас какая идея? Мы эту песню учим для того, чтобы спеть потом на одной из самых людных улиц и заработать на ужин нашей съемочной команды. Видишь, голодный оператор. Как думаешь, получится? Ну да. Давай? Давай. Давай куда-нибудь пойдем и споем там. Может, заработаем денег. Угу. А? Давай. Давай. А где вот здесь вот можно рядом попробовать? Не знаю. Но в Вескоте. Где? В Вескоте. Везде? Да. Я просто... Ты ходил в театр на воде? Нет. Ага. Мы заработаем на билеты в театр на воде, который. Давайте. То есть нам нужно 20 тысяч, донг, 20 тысяч донгов стоит билет? Да. Но нам нужно как минимум 40 тысяч донгов заработать. Пошли? Угу. Пошли. Пошли. Ну что, весь мир большой чемодан и песня – самый легкий способ найти этому подтверждение. Парень по имени нам в помощь. Знает русский и в театр тоже хочет. Будем испытывать Ханой вместе. О, еще девчонки к нам присоединились. Все складывается. Нет, мы будем с тобой петь и заработаем эти деньги. Ты увидишь, это легко. Только, ну, чтобы... Это не легко. Это очень легко. Только нет, это Вьетнам. Вьетнам свой не... Не будут бросать деньги? Да. Давай поспорим, если... Оса, как... Самое известное вьетнамское национальное блюдо. Как что это? Фо. Если я сейчас проиграю... Сколько стоит? Не знаю. Ну, примерно, в донгах сколько? Ну, 300. 30 тысяч донгов? Да. Это чуть больше доллара. Окей. Да. Если я проиграю, я тебе куплю, заработаю денег сам один и куплю тебе фо. Если ты проиграешь, то ты меня угостишь. Окей? Окей. Все, давай, спорим. Bon con cái tròn con cái này cầu vô ôm mà bon mà liền bon ôm mà bon mà liền bon mặt bay ta thì con xin mặt bay ta thì con xin ôm mà lội son ôm mà li thì mẹ đón đông đài đã có mắt ôm mà liền thì đôi con mắt ôm mà liền gì mặt bị ta thì con nhẹ vui cho anh con rằng có mama đi tìm lòng đâu lại dành đó ông ta còn dành đó anh ta còn trình bằng có cái trong công cái này cầu vô ôm mà bọn mà niềm bò ôm mà bọn mà niềm bò mặt bị ta thì con xin cất đi chỗ này không phải chưa được chưa được đánh đàn được không được nói câu nhiều đốt nữa master à gì xin gì đã nhận dạng à хорошо мы хорошо 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 мы уходим excuse me посчитаем сколько 50 в смысле 50 подожди 10 тысяч 20 тысяч 30 тысяч а это что 20 50? Да. Ты проиграл.
ты проиграл. Смотрите, все видели, ты проиграл. Мы только что с тобой заработали 50 тысяч донгов, это хватит. Во-первых, на 2 билета в театр на воде, а во-вторых, еще, может быть, на 10 тысяч. Что мы купим? Команд. Подожди, а мы с тобой идем в театр, между прочим? Давай. Подожди, а вот 20 тысяч там, что написано? Ну, если у тебя здесь еще фотоаппарат, то за фотоаппарат еще 20, то есть есть? То есть дом. Это не билет? Это билет за фотоаппарат. А сам билет сколько стоит? 100. 100 тысяч? А у нас 100 тысяч на одного человека? Да. Надо 200 тысяч, получается. Да? Но если у тебя здесь еще фотоаппарат, то 120, то есть есть? Итак, проблема. Хорошо. Я поторопился. Входной билет не настолько дешевый, как мне показалось. Не туда посмотрел. 200 тысяч. Мне 100 тысяч, и тебе 100 тысяч, да? Да. А у нас всего 40 тысяч сейчас. Погоди. А это что такое? 60. Ну, билет здесь 2 типа. Ага. То есть это самый дешевый билет, 60 тысяч? Да. Но там не видно. Слушай, я знаю такую фишку, если остаются места внизу, можно потом спуститься. 80 тысяч не хватает, да? Угу. Все, поем здесь, значит. Прям здесь. Прям здесь будем петь. Пошли. Окей. Только я с тобой. Ты со мной. Идем. Так. Снова поем. Ну, тут одни иностранцы. Нам, конечно, в шоке. И, наверное, еще долго будет вспоминать этот жаркий ханойский вечерок в холодном Иркутске. Петь не хочет, а поет. Не уходит. Ну где еще такое возможно? Я, конечно, поймал какой-то необыкновенный драйв, и меня, как говорится, не отпускает. Wow! Yes! Thank you so much. Сколько, 5? 50 тысяч! What's your name? My name is Ba. Ba? Yeah. Ba. Sing with us. Результат есть, но уже дали второй звонок, и у нас еще только 90 тысяч донгов. И для полного счастья не хватает тридцатки. Поем, что делать. У нас 100 тысяч донгов! Да. 140, то есть. На 2 билета точно хватит. Нет. Все, в очередь. Это тебе, держи. Сделали это нам. Да, окей. Вот так вот. Конечно, сцена театра Тхангглонг, заполненная водой, поражает. Но мы так нагорланили, что для эмоций и удивления не осталось места. Сейчас отдышимся и начнем удивляться. На родине Риса другого театра и быть не могло. Издревле артисты приезжали в поле и таким образом развлекали сельских жителей в день окончания посевной. А теперь удивляют туристов со всего мира. Получается. Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А еще лучше все вместе. Вот эта манера звонкого девичьего пения тоже древнейшая. Называется ка-тру. Существует легенда, что именно такими песнопениями девушка спасла свой народ от врагов. Ну,
ненадолго меня хватило. Пробираемся за сцену. Надо увидеть, как все там работает. Значит, все просто. Зрители актеров отделяют циновку, через которую видно, не скажешь сцену, сценический пруд. Так что ли это можно назвать? Смотрите, все, кто управляет куклами, одеты в специальные водонепроницаемые костюмы. Длинные палки, с помощью которых управляются куклы, под водой не видны. И создается полное ощущение, что кукловод сидит в воде по самое темечко. Кстати, здесь в театре Тханглонг название профессии кукловод звучит как-то по-особенному, будто произошло не от слова «вводить», а от слова «вода». Кукловод. Вот-вот. Нет, ну а что, если есть срочные дела, почему не поговорить по телефону? Действительно. Во время спектакля прям. Звуки удивительного водного театра Тханглонг уже на акустической карте мира. Да, вот таких два насыщенных дня мы прожили во Вьетнаме, а точнее в его северной части, и впервые зарабатывали песни не только на национальные яства. Приоткроем наш большой чемодан, чтобы убедиться, что все многообразие звуков, сделанных во Вьетнаме, на месте. Начинаем с громыхающей традиции начала торжеств. Древняя и уважаемая традиция, записана в храме литературы. Это уже настоящий гром тропического ливня, который догонял нас периодически и каждый раз неожиданно. Ни дождь, ни зной, ничего нас не остановило. Большой чемодан собрал звуки летне-осеннего периода посадки риса. Вот, пожалуйста, клонгпут – инструмент, сделанный из бамбуковых трубочек, в которых выращивают рисовую рассаду. Все друг с другом связано. Музыкальный инструмент трынг – из этого же бамбука. Судя по названию, он должен трындеть. На самом деле, звучит легко и нежно. И клонгпут, и трынг звучали в обязательном порядке на рисовых просторах. И чаще всего в качестве музыкального сопровождения спектаклей водного театра кукол. Тот, что мы посетили, называется Тханглонг. Дамы и господа! Главный звук Ханоя. Звук ревущих мопедов. Не музыкальный. Подсказано Леонидом Агусиным, записано большим чемоданом.
А вот главный звук Вьетнама – однострунный и очень тонкий инструмент, который запрещено слушать молодым девчонкам. Данбоу называется. Ну что, осталось попробовать выигранное в споре знаменитое блюдо фо. И вперед, следующее акустическое путешествие. Нам, где бы ты ни был, спасибо тебе. Теперь ты точно знаешь, весь мир – большой чемодан. Правильно? Вкусно, да? Очень. Ты даже не представляешь, как. Мне сейчас кажется, что ничего вкуснее в мире нет. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие.